Вот сейчас за самади. Внимание, с вами Мария Карпинская. Ставьте свои лайки. Я показываю вам Индию в ее глубине. Вот это земля Амбушанкар. И здесь растет непонятно что, я не знаю. Но здесь большие деревья, очень большие. Манговые. Все манго еще зеленое. Но они вот и зеленые тут собирают. Так далеко от... Мы находимся от города Пудучерри. Это какой-то... Какая-то деревня, название ее я не знаю, но это штат Карнатака. Вот, и вот здесь такое вот пространство хорошее. И впереди там идет амба. Это после, сразу после того, где находится могила отца и матери, видимо, на его земле. Не иначе как. Вот это он сказал, что все это его земля. Что-то тут кто-то выращивает. А кто, непонятно. Потому что амба здесь бывает, но не часто. И ничем таким не занимается. Ну, здесь вообще одна каменная местность. Не знаю, что здесь садят. И что здесь может расти. А вот впереди тоже большое манговое дерево. Очень большое. Вот. Видимо, весь участок огорожен этими вот манговыми деревьями. Или это не манго? Сейчас будем смотреть. Это манго или нет? Сейчас смотрим. Амба, это из манго трис or not? Манго трис. О, so many манго. Вот, ага. Вот они все на земле лежат уже почему-то. Но оно очень большое. Безумно большое. Старые деревья. И на них растут манго. Every time you eat mango in this place, so many. Yes. Yes, yes, very nice. But it's green now. Green now. Yes, green. But when it stand grapes, it's yellow. Yes. Very sweet. Very sweet. Amba. When I walking, put mango in bag. Here, here, here. It's normal. All my trees. This also is my tree. Yes. But this field belongs to Sunanda's father. All this, your father's trees. This Sunanda's father, that is Jagadev's father, Alam Prabhu, all six brothers. And now we put in earth and it's in and it is grow. Grow plant. Yes, understand. Итак, мы заканчиваем нашу передачу на манговом дереве. С вами была новая планетарная Мария Карпинская. Ставьте свои лайки. Вот посмотрите, какое большое, огромное манговое дерево. Представляете, сколько здесь манго можно собрать, когда год плодородный. Но здесь даже вот сейчас все это вот сбрасывает она зеленое. Видимо, подбирают, я же говорю, зеленые. И они созревают и становятся очень вкусными. Дереву нет ни конца, ни края такое огромное. Это все земля его предков. Вот огромная такая, и там поэтому самади. Я думаю, почему же она отдельно от дома? Все, спасибо, до свидания.